На лечение в Германию вылетели сегодня 14 украинских военных. В Берлин их доставили на специально оборудованном самолете Бундесвера, который называют летающим госпиталем. Подробнее Татьяна Лагунова. В аэропорту Борисполь вылета ожидает специальный рейс Киев-Берлин. На борту летающего госпиталя украинские военнослужащие, которые получили тяжелые ранения на Донбассе. 2 часа полета, и самолет с ранеными украинскими бойцами уже на месте. На лечение в Германию сегодня прибыли 14 украинских военных прямо в аэропорту Тегель. Их распределили по военным клиникам страны. Украинских солдат на лечение приняли госпитали Бундесвера в Коблинце, Ульме и Берлине. Вот они, новые пациенты берлинского военного госпиталя. В столичной клинике проходить лечение и реабилитацию будут 5 бойцов. На вопрос, как прошел полет, отвечают по-военному коротко. Добрый. Больше-менее добрый. Один день карантина, и уже завтра немецкие врачи начнут лечение. Проведывать солдат обещают волонтеры и дипломаты. Чимало активистов из нашей громады и представников и посольства будут відвідувати їх і робити ці дні перебування в Німеччині радісними, і щоб поменше сумували за батьківщиною. Лечение в німецьких клініках пройшли вже більше 80 українських воєнослужащих. Всі розходи взяла на себе Германія. Тетяна Лагунова, Діана Клочко, Геннадій Нікієнко. Подробності телеканал «Інтер».